Пикапы – не самые популярные у нас авто. Тем не менее, у них есть свои поклонники. Ценят их не только за грузовые возможности, но и за отличную проходимость. При этом по комфорту многие современные варианты ничем не хуже кроссоверов. Рассмотрим три пикапа, официально представленных в России совсем недавно. Двухлитровый дизель китайца Jack T6 развивает мощность 136 лошадиных сил. Максимальная скорость 150 км в час, привод полный. Коробка передач, шестиступенчатая механика, дорожный просвет 216 мм. В базе легкосплавные диски, электростеклоподъемники, кондиционер, задний парктроник, аудиосистема. Цена от 1 500 000 рублей. Второй вариант тоже родом из Поднебесной – GWM Wingle 7. Под капотом двухлитровый дизель мощностью 142 лошадиные силы. Максимальная скорость 155 км в час. Разгон до сотни занимает порядка 20 секунд. Средний расход топлива 10 литров. Привод полный, коробка передач, механическая шестиступенчатая, клиренс 212 мм. В список стандартного оснащения входят 16-дюймовые алюминиевые диски, зеркала с электроприводом и обогревом, аудиосистема, подогрев передних сидений, кондиционер. Цены стартуют с отметки 1 749 000 рублей. Третий сегодня японец. Базовым оснащением автомобиля Toyota Hilux являются следующие опции. Кондиционер, аудиоподготовка с четырьмя динамиками, подогрев передних сидений, подогрев и электропривод зеркал, а также 7 подушек безопасности, включая коленную. Есть внедорожные помощники, такие как принудительная блокировка межколесного дифференциала заднего, а также возможность отключения переднего дифференциала. Дизельный двигатель объемом 2,4 литра развивает мощность 150 лошадиных сил. Разгон до сотни примерно 12 секунд. Максимальная скорость 185 км в час. В смешанном цикле автомобиль потребляет 7,3 литра на 100 км. Привод полный, коробка, шестиступенчатая механика. Дорожный просвет 227 мм. Цена от 2 562 000 рублей. Самый доступный Jack. Мотор послабее соперников, а в комплектации лишь необходимый минимум. GWM мощнее, дороже и чуть лучше укомплектован. Toyota самая дорогая. При этом она мощнее китайцев, но базовая комплектация примерно как у остальных. Переплачивать придется в основном за фирменную японскую надежность. Динамика и управляемость не конек этих автомобилей. Зато дизель и полный привод с блокировками дифференциалов делают их незаменимыми на бездорожье. Кому что важнее?